все чаще речь заходит о возможности применения ядерного оружия. То, что нельзя было вообразить еще 2-3 года назад. Ядерная риторика отдельных западных лидеров зашкаливает. Польское руководство декларирует готовность разместить у себя ядерное оружие. Хорошо, что у американцев, надо отдать должное им, еще сохранились здравомыслящие люди, которые прекрасно понимают опасности ядерных игр, особенно с непредсказуемыми партнерами. Наше твердое убеждение – ядерному шантажу не должно быть места в международной политике. Повторю известный тезис – в ядерной войне победителей не будет. Вспомните, великий физик Альберт Эйнштейн когда-то сказал, цитирую, «Я не знаю, каким оружием будет вестись Третья мировая война, но четвертая точно палками и камнями».